Цели и задачи, итоги социально-экономического развития, решение вопросов местного значения, исполнение госполномочий РФ и поручений городской думы, результаты стратегического планирования развития Сарова. Такие критерии в деятельности главы администрации города рабочая группа определила для оценки годового отчета. По задумке депутаты могут выразить свое мнение о результатах труда градоначальника. При этом, дважды получив негативную оценку большинством голосов, глава будет вынужден уйти в отставку. Администрация выразила свое мнение в отношении данного положения. Часть позиций администрации в положении были учтены. По некоторым у нас сохранились противоречия между внутри рабочей группы, между той частью, которую представлял депутатский корпус, и администрацией. Встал вопрос о целесообразности и законности оценки депутатами работы градоначальника. Прокуратура выразила несколько замечаний по проекту. Законом предусмотрено, что ежегодно депутаты заслушивают отчет главы по итогам года. Но досрочно отстранять от должности лицо местного самоуправления в связи с негативной оценкой деятельности возможно только опираясь на устав города. В нашем уставе имеется только бланкетная норма, отсылающая к статье 74 прим. 1, как раз, которая была в в которой определяется лишь основание для принятия такого решения. Однако конкретный порядок и механизм удаления главы муниципального образования в отставку, он не предусмотрен и не урегулирован детально. Более того, ни уставом, ни проектом решения не предусмотрен порядок голосования по данному вопросу, кворум, необходимый для принятия решения об оценке деятельности главы муниципального образования, а также количество голосов, необходимое для принятия соответствующего решения. Большинством голосов депутаты решили доработать проект положения об оценке. Председатель городской думы Антон Ульянов предложил установить срок редактирования пунктов, чтобы не растягивать процесс до начала подготовки главой годового отчета, который он предоставляет в мае. Вариант положения со всеми поправками рабочих группа должна будет представить к концу марта. Дарья Кузина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.